Здравствуйте! Сегодня, 6 декабря, состоялось открытие подземного перехода рядом с горбольницей. Это уже третий подземный переход в Бухарской области. Еще несколько таких же переходов на подходе. Данный переход поможет предотвратить ДТП с участием пешеходов и разгрузить немного данный участок дороги. Потребитель Бухара Плюс на пресс-конференции в 2021 году озвучил предложение о восстановлении подземного перехода на вокзале, открытие которого состоится сегодня. Хоким Бухарской области Ботры Зарипов поддержал данное предложение. Как вы видите, Хоким сдержал свое обещание, данное им 17 декабря 2021 года. Жители и потребители Бухара Плюс выражают благодарность за проделанную работу.